Книгу. Так что, пожалуйста, представляю Юрий Гантимуров. Ну, сначала, наверное, про Алтай. На алтайской земле, в неказистом поселке, я по-прежнему добрый, неплохой человек. Пролетели года, нет вихрастой той челки, но прошедшей поры не забыть не вовек. Здесь прекрасное место, край цветущей калины, речек бурных разбег, край озер голубых, а в садах аромат свежих яблок, малины и гроздей винограда, дух захватит от них. Мне приятна причастность к культуре района и со сцены вещать о величии страны, сознавать свою роль и со всеми достойно радость жизни нести и надежды расти. Пишу стихи, а мне давно за 40. Чудит мужик, соседи говорят. С любовью тоже долго я морочил, ищу судьбу, а мне за 60. И внуки выросли, Катюшка уж невеста. Мне говорят, пора, остепенись. А я в ответ смеюсь, еще не вечер, еще не все лошадки распряглись. Эх, кони вороные застоялись, жуют от нетерпения удила, как в детстве крикну, кони оторвались. И снова понесет меня судьба, и снова по заимкам, по бригадам целинною эпохой упоен, потом горняцкая сеза, совсем иная. Сухарь шахтерский, слишком жесткий он. Было и ворошить, что соль на рану, бывает и бальзам на душу лить. Хоть жмут года, в душе я все романтик, хочу на острие фортуны быть. Ну, поскольку здесь преобладают женщины, поэтому без лирики не обойтись. Подарок. Я вам подарил ожерелье. С любовью на грудь повесил. Галантно, без всякой цели, низкий поклон отвесил. И вы в упоении нежном, в губы меня целуя, словно в космос безбрежный с грешной земли швырнули. Потом, наслаждаясь здраво, любовь испытав как награду, как будто имея право, влечете меня обратно. И растворяясь в блаженстве, в этом игривом стиле, словно сойдясь навечно, душу мою пленили. Спасибо. У него есть стихотворение, которое я обожаю, обожаю. А он вот потом, если время останется, давай читай коней. Я его давно уже читал, поэтому как-то не это самое. Это стихотворение называется «По зову предков», поскольку Сибирь, она как-то все равно связана с тюркскими народами, там кони и все такое, поэтому такое стихотворение. Значит, «По зову предков». «Эх, мне коня бы до удаль лихого монгола откатиться назад на десяточек лет, проскакать по степям алтайским, оставив узором от горячих копыт в землю вдавленный след. Мне оставить бы в памяти слово звучание живого, зацепить очерствевшие струны души, напоить и стревожить коня вороного, лечь на теплую землю, забывшись тиши, и услышать там гул проносящейся конницы предков, жуть звенящих стрелков ощутив холодок, свист летящей стрелы на врагов поражающей метко, осознать с грустью нежной, как предок далек. А потом, надышавшись бальзама степных ароматов, как с святою водой, освежившись душой, отряхнув пыль веков, отметая доктрины дохматов, от родной стороны взяв настрой вековой.